В июне 2014 года сотрудники Белгород-Днестровской налоговой инспекции во главе со следователем Одесской областной прокуратуры Виталием Тереховым изъяли товар у предпринимателя Александра Лапчика более чем на 13 миллионов гривен. Аргументировали изъятие тем, что товар якобы поддельный. У них было постановление, якобы он подозревался в производстве ремней «Адидас» и фирмы «Бикерман». Они пришли на предприятие, этой продукции там не оказалось. А лежало где-то несколько тысяч, получается, продукции другой. Дизель, там, Вранглер, оставленным одним из оптовиков. То есть, получается, лежало 2000, как они говорят, контрафакт, а 180 тысяч нормальной продукции. Они под этой вывеской все забрали. Кроме того, правозащитники прихватили часть оборудования и 540 квадратных метров кожи для изготовления ремней. При изъятии продукции в выражениях следователь Терехов не стеснялся. Ты хочешь демонстративно показать, что ты сильно крутой? И я покажу тоже сейчас демонстративно. Вот просто демонстративно, давай покажем друг другу, кто мы такие. А чего ты? Чего ты? Чего ты начинаешь? Открыл дверь, я ушел. Ты ее открыл? Значит, ты ее закрой. Сейчас пойду и закрою. Алло, вообще, я алло, алло, мастер спорта. Это следователь Виталий Терехов, это их методы. Они себя вели безобразно. У нас 4 часа этого видео. Изъятую продукцию прокуратура требовала утилизировать, но Приморский районный суд в таком решении отказал. Тогда дело передали в Киевский районный суд. 11 января этого года было вынесено скоропостижное решение в пользу уничтожения вещественных доказательств. Правозащитники же уличают служителей Фемиды в вопиющем нарушении правовых норм. Нам було цікаво оглянути рішення Федулеєвої, яка ще до того, як справа зайшла офіційно в суд в повному варіанті, тобто з обвинувальним актом, вже прийняла рішення про знищення речового доказу в цій кримінальній справі. Ми просто б хотіли бачити юридичну мотивацію винесення цього рішення. Накануне митинга общественники подали заявление о предоставлении информации по делу Александра Лапчика и ряда других судебных разбирательств на имя председателя Киевского суда Сергея Чванкина. Требования общественности остались без ответа. За развитием событий будет следить Павел Репин, Алексей Мураховский, Думское ТВ.